Когда я впервые писала свой жизненный сценарий, я решила, что стану роял-мастером в течение одного года. К сожалению, за год я не смогла этого сделать. Я точно что-то делала неправильно. Третий секрет моего успеха. Представьте, что вы вот-вот достигнете ранга мастера автопродаж. Вы будете ждать этого момента с нетерпением, не так ли? Я решила посвятить себя бизнесу Atomy, и это решение навсегда изменило мою жизнь. Здравствуйте, сегодня я буду вести лекцию «Мастер автопродаж». Меня зовут Шин Дзён Ним, и я Royal Master. Я никогда не думала, что буду всерьез заниматься сетевым маркетингом. Однако сейчас я горжусь быть роял-мастером Atomy. Мой спонсор каждый раз настаивал на том, чтобы я начала посещать семинары. Однажды я согласилась, подумав, что приду один раз, а затем откажусь. Однако, посетив семинар, я поняла, как много я упустила. С тех пор я занимаюсь бизнесом Atomy. Однажды я заметила, что размер моих выплат достиг $2000 в месяц. С этого момента мне стало гораздо легче вести бизнес. Сейчас я зарабатываю 6-значные суммы в год и занимаюсь бизнесом Atomy постоянно. Благодарю. Я владею зданием, которое оценивается в $1.5 миллиона. С него я получаю аренду в размере $2000 в месяц. Однако из-за пандемии арендная плата не всегда приходит вовремя. Однако, когда вы станете мастерами автопродаж, вы начнете получать $2000 в месяц без каких-либо задержек. Эта сумма даже больше той, что я получаю, владея зданием в $1.5 миллиона. Данный факт должен вам о многом говорить. Вы помогаете своим родителям в финансовом плане? Нет, сейчас я не в состоянии им помогать. Понятно. Не надо стыдиться и склонять голову. Раньше я высылала родителям около $200 в месяц, стараясь хоть как-то помочь в финансовом плане. Однако, когда я начала заниматься бизнесом Atomy, я поставила цель, что буду покрывать все расходы своих родителей. С тех пор каждый месяц я высылаю им по $2000 на протяжении 6 лет. С этого момента мнение моих родных о моей профессии изменилось. Сначала они были категорически против того, чтобы я вступала в Atomy. Однако сейчас они говорят, что у меня самая лучшая работа в мире. Моя дочь всегда говорит, что очень уважает меня. А про моего мужа и рассказывать не надо. Он всегда благодарит меня. Когда он смотрит на меня, его глаза наполнены любовью. С Atomy вы тоже сможете обрести такую прекрасную и счастливую жизнь. И самое первое, что вам нужно сделать, это стать мастером автопродаж. Давайте вместе с вами повторим, что нужно, чтобы стать мастером автопродаж. Каждый человек ежедневно пользуется определенными вещами, не так ли? Все эти вещи вы сможете приобрести, когда вступите в Atomy. Перейдя на домашнюю страницу Atomy, вы увидите продукцию и ее эквивалент в поинтах, PV. Для вас главное не цена товара, а количество поинтов, которые за него дают. Размер вашей выплаты основан на накопленных поинтах. После того, как вы вступите в Atomy и начнете искать партнеров, они, в свою очередь, тоже будут становиться контрактниками компании. И вскоре вы создадите правую и левую партнерские линии. Если ваши поинты из обоих партнерских линий в течение 15 дней достигнут отметки в $2.5 миллиона, вы станете мастером автопродаж. Даты подсчета накопленных поинтов фиксированы. Они происходят с 1 по 15 число каждого месяца и с 16 по 31 число. Когда вы станете мастером продаж, каждая партнерская линия с достаточным количеством поинтов будет приносить вам около $1000 в месяц. А если ваши партнеры начнут автоматически перезакупать продукцию, вы станете мастером автопродаж со стабильной зарплатой в $2000 в месяц. Вашей главной целью сейчас должно стать получение ранга мастера автопродаж. Вы можете подумать, почему она говорит о зарплате в $2000, когда сама получает сотни тысяч. Я прошу вас кое-что запомнить. Если вы будете работать усердно, у вас будут появляться партнеры, которые захотят стать такими же успешными. И чем больше верных людей вы соберете вокруг вас, тем выше станет ваш ежемесячный доход. Вы обязательно станете роял-мастерами, краун-мастерами и даже империал-мастерами. Однако первый шаг на этом пути – получение ранга мастера автопродаж.
Теперь поговорим о том, что вам нужно сделать, чтобы стать мастером автопродаж. Это мой первый секрет успеха. Вы должны поставить перед собой четкие цели. Некоторые из вас уже составили свой жизненный сценарий. Когда я впервые составляла свой жизненный сценарий, я написала, что стану Royal Master'ом в течение года. Я вижу, что вам смешно. Конечно, у меня не было какого-то четкого плана, и эту цель я не смогла осуществить. За год мне даже не удалось достичь заработка в $1000. Я что-то делала неправильно. Как вы думаете, что это было? После долгих раздумий я поняла, что мои цели не были четкими. Чтобы за один год стать Royal Master'ом, мне следовало ставить четкие цели, кем я стану через месяц и что буду делать через полгода. Когда вы ставите цель на ближайший месяц, четко определите количество людей и количество поинтов, которые вы хотите набрать. Мне каждый день следовало ставить перед собой именно такие четкие цели. Однако я этого не делала. Поскольку мои цели были очень расплывчатыми, я относилась к работе спустя рукава. Часто брала больничные или просто сидела дома. Какие-то дни меня переполняла мотивация, а иногда я лежала дома в депрессии. Конечно, таким образом я ничего не добилась. Поэтому я хочу сказать вам одну важную мысль. Если вы хотите побыстрее стать мастером автопродаж в Атоме, каждый день работайте с упорством и мотивацией. Ставьте четкие цели и старайтесь выполнять их сполна. Я проведу аналогию. Представьте, что вы ходите в тренажерный зал на протяжении 3 дней, а затем берете день отдыха. На следующий день вы снова хотите отдохнуть. Однако, если вы это сделаете, вас начнет одолевать лень. Если вы всегда будете работать усердно, сделав это своей привычкой, вы сможете стать мастерами автопродаж гораздо быстрее. Однако, недостаточно просто поставить перед собой цели. Вы должны рассказывать о своих целях другим людям. «Вскоре я стану мастером автопродаж». Многие люди боятся, что если они расскажут кому-то о своих целях, то эти цели в будущем не осуществлятся. Это неправда. Попробуйте и убедитесь сами. Я продолжала повторять, что буду зарабатывать $2000 в месяц. И это на самом деле произошло. Вы слышали когда-нибудь о поговорке «сказанное сбудется»? Раньше я думала, что это просто очередное мудрое изречение. Однако, поработав в Атоме, я лично убедилась в его правдивости. Все, что вы мне говорили, в итоге становится реальностью. Когда вы что-то произносите, информация откладывается у вас в подсознании. Ведь первый человек, который слышит ваши слова, это вы сами. Слова откладываются в подсознании, и вы начинаете действовать соответственно им. Если вы хотите чего-то добиться, обязательно скажите это вслух. Я вижу, что все вы согласны с моими словами. Мой второй секрет успеха. Никогда не бойтесь трудностей. Поставив перед собой четкие цели, вы должны начать действовать. Так как без ваших действий ни одна из целей не будет достигнута. Раньше я работала частным репетитором и зарабатывала $8500 в месяц. Я бросила эту работу ради Атоме, где в первый месяц я заработала лишь $150. Однако в Атоме я четко видела потенциал того, каким может быть мое будущее. Я наконец-то стала получать удовольствие от работы. У меня есть вопрос. Вы уже были успешны, зарабатывая $8500 в месяц. Так почему же вы решили уйти в Атоме, где в первый месяц вам удалось заработать лишь $150? Это очень хороший вопрос. Я бы никогда не выбрала Атоме, если бы не видела потенциал данного бизнеса. Сначала я продолжала работать репетитором, параллельно занимаясь бизнесом Атоме. Однако потом подумала, что лучше выбрать что-то одно. Люди мечтают стать миллионерами, однако для этого нужно нечто экстраординарное, не так ли? И я думаю, что это упорство, которое позволит одолеть любые преграды на пути. Однако многие лишь хотят довольствоваться малым, если для большего нужно прикладывать усилия. Один из самых замечательных пунктов в маркетинговом плане Атоме. Даже если вы не выполняете месячный план по продажам, вы все равно стабильно получаете свои комиссионные каждый месяц. Однако подобное мышление может привести к постоянной лени. Тогда ваш путь к успеху сильно замедлится.
Я всегда говорю своим партнерам, давайте будем работать еще усерднее. И что я слышу в ответ? У меня нет на это денег. В этой работе вам не нужен огромный капитал. Вы должны обладать определенным настроем, чтобы 6 месяцев работы выполнить за 15 дней. Выполнить 6 месяцев работы всего за 15 дней. Таким должно быть ваше мышление. И деньги вам тут совсем не помогут. Подобный стремительный темп работы может привести к гораздо большему числу отказов, однако не впадайте в панику, ведь число заинтересованных людей также многократно увеличится. Я знаю, что каждый отказ – это удар по больному месту, однако даже из подобных событий можно вынести ценный урок. В будущем вы сможете объяснить своим партнерам, как действовать в подобных ситуациях. Когда вы будете находить все больше заинтересованных людей, работа в Атоме начнет приносить вам моральное удовлетворение. Я надеюсь, что вы не будете бояться трудностей и вскоре станете мастерами автопродаж. Вы сказали, что для достижения успеха нужно отбросить сомнения и посвятить себя Атоме. А если я совмещаю бизнес Атоме со своей основной работой, смогу ли тоже добиться успеха? Нет, ни в коем случае. Даже работая в Атоме неполный рабочий день, вы сможете стать успешным. Однако сначала давайте поговорим о значении фразы «неполный рабочий день». Обычно люди говорят, что будут заниматься бизнесом Атоме, если найдут свободное время. А если времени не будет, то ничего страшного. Это работа в Атоме, а это моя нынешняя работа. Вы должны считать Атоме отдельно от основной работы задачей. Полный или неполный рабочий день – это не играет особой роли. Важно уметь поставить перед собой цель и четко следовать ей. Конечно, полностью посвятив себя Атоме, можно быстрее добиться успеха. Однако даже работая неполный рабочий день, вы также сможете стать успешными. Позвольте повторить. Занимаясь бизнесом Атоме только тогда, когда у вас есть свободное время, вы не можете сказать, что работаете в Атоме неполный рабочий день. В этот момент вы все еще сомневаетесь. Даже работая неполный рабочий день, вы должны четко следовать своей бизнес-программе. Однако не надо работать из последних сил, иначе вы можете перегореть и сдаться. Просто работайте не торопясь, но стабильно, и тогда даже неполный рабочий день не будет помехой вашему успеху. Понимаете? Ну хорошо. Итак, мой третий секрет успеха. Делитесь вашей мотивацией с другими людьми. Я уже чувствую, как меня переполняют эмоции. Если вы чем-то очень мотивированы, ваша мотивация передается всем людям, с которыми вы контактируете. Однако, если вы попытаетесь рассказать об Атоме без уверенности в голосе и мотивации в глазах, ваш собеседник подумает, что-то не нравится мне все это. Очень подозрительно. Велика вероятность, что в таком случае вы получите отказ. Однако, если рассказывая об Атоме, вы будете полны уверенности и мотивации, эти чувства затронут людей на уровне подсознания, одолев любые сомнения. В таком случае вероятность успеха возрастет многократно. Поэтому я считаю, что вы всегда должны демонстрировать людям свою уверенность и мотивацию. Когда я сталкиваюсь с определенными трудностями, я даже не замечаю, как моя мотивация начинает постепенно исчезать. Что мне делать в подобных случаях? Я прекрасно тебя понимаю. Как вы думаете, моя мотивация будет расти или понижаться? Она никогда не снизится. Она никогда не исчезнет. Как моя мотивация может исчезнуть, если я зарабатываю 200 тысяч долларов в год? Она только продолжает расти. Однако я понимаю, что пока вы не достигли доходов подобного уровня, вас могут одолевать различные сомнения. Я прекрасно это понимаю. Когда я сталкиваюсь с подобными ситуациями, я старалась сама себя мотивировать. Я вижу, что вы не совсем понимаете, о чем я говорю. Вы должны мотивировать себя, опираясь на систему компании Атоме. Во-первых, Атоме реализует товары ежедневной необходимости. Вы должны быть полностью уверены в их высоком качестве. Во-вторых, никогда не сомневайтесь в том, что в Атоме вас ждет непременный успех. Чем раньше вы лично убедитесь в качестве продукции Атоме, тем раньше сможете рассказать о ней другим людям. Начав пользоваться продукцией Атоме, вы преобразитесь. Люди это заметят, и вам легче будет рассказать им о способе вашего преображения. Однако бывает сложно обрести уверенность лишь своими собственными силами.
Я советую вам послушать лекции успешных лидеров Атоми. В особенности, обратите внимание на лекции нашего председателя Пак Хан Гиля. Когда я просмотрела эти лекции, я обрела уверенность на уровне подсознания, а затем стала делиться этой уверенностью с другими людьми. Как вам справиться с отказом? Вы должны быть уверены в том, что следующий человек будет заинтересован в бизнесе Атоми. Есть пословица, которая мне очень нравится. Птица никогда не сядет на качающуюся ветвь. Если вы начнете работать, не будучи уверенными в успехе, вы не сможете найти ни одного партнера. Я уверена, что многие из вас задаются вопросом, почему у меня нет партнеров, как же мне их найти? В данном случае вам следует задуматься. Может быть, дело в том, что вы сами не уверены в своем успехе? Я хочу, чтобы страсть к успеху загорелась в вашем сердце. Только в таком случае вы сможете зажечь подобную страсть в сердцах других людей. Чтобы даже те, кто находится в отчаянии, загорелись надеждой. Я хочу, чтобы вы начали делиться своей мотивацией и уверенностью с другими. У меня вопрос. В моей группе один человек пытается получить ранг мастера автопродаж. Однако его бизнес начал стагнировать. Что делать в этом случае? О, так ваш бизнес начал стагнировать во время этого соревнования? Во-первых, я вас поздравляю. Вы все выглядите слегка смущенными. Вы наверняка думаете, почему же я поздравляю ее с поражением? Потому что в следующий раз она обязательно достигнет этого ранга. Обычно стагнация в бизнесе происходит прямо перед тем, как человек делает последний рывок к рангу мастера автопродаж. Поэтому я поздравляю вас, так как вы уже почти достигли этого ранга. Я проведу аналогию. Когда вы упражняетесь со штангой, перед полным ее поднятием ваши мышцы максимально напряжены, пока вы полностью ее не поднимете. Такую же аналогию можно провести с карабканием в гору. Когда вам нужно преодолеть самый последний пик, так же и в бизнесе Атоми. Вы станете мастером автопродаж, преодолев последнюю трудность на вашем пути. Вы обязательно достигнете желаемого результата, даже если для последнего рывка вам нужно будет напрячься изо всех сил. Спасибо. Когда я стала мастером автопродаж, многое изменилось. Но кое-что я запомнила навсегда. В прошлом на любой работе я сомневалась в своих силах. Я никогда не отличалась особым упорством. Когда я только начала советовать людям продукцию Атоми, любое негативное мнение было для меня тяжелым ударом. Однако, когда я стала мастером автопродаж, моя самооценка и уверенность в силах повысились до такой степени, что я стала с легкостью преодолевать любые трудности. С ростом уверенности я начала принимать все новые и новые вызовы. Когда я достигла ранга мастера автопродаж, я начала помогать своим партнерам достичь такого же ранга. И когда это наконец произошло, я почувствовала радость, так как начала стараться не только ради себя. Когда мои партнеры начали зарабатывать $2000 в месяц, я стала меньше за них переживать. Я поняла, что другой подобной работы в этом мире не существует. Я бы хотела еще кое-что добавить. Все зависит от вашего мышления и настроя. Поэтому вы никогда не должны сдаваться. Если вы будете упорно двигаться вперед и воспользуетесь моими советами, вы обязательно достигнете успеха. Представьте, что ранг мастера автопродаж уже почти у вас в руках. Вы захотите поскорее его добиться, не так ли? Конечно! Так давайте сделаем это. Вот он, прямо перед вами. Хватайте! Ха! Ха! Молодцы. Первый шаг на пути к миллионам – ранг мастера автопродаж. Я надеюсь, что все вы в скором времени его достигнете и сможете двигаться дальше по пути к осуществлению своей мечты.